Блогер Андрей Клыков у нас в студии. Андрей, что за объявления странного содержания появились на подъездах домов в центральной части города? Они касались публичных слушаний, которые проводятся в эти минуты. Подробности через несколько секунд. Всем привет, я Андрей Клыков, и с вами рубрика «Интернет-обзор». На днях в Миассе произошло ограбление кафе «Патриот». Грабитель ворвался в заведение и, угрожая пистолетом, похитил крупную сумму денег. И несмотря на то, что все это было снято на скрытые камеры, преступника так и не нашли. Продолжаются активные поиски. Все бы ничего, но ограбление произошло, похоже, в подпольном заведении игровых автоматов. И хозяева, не скрывая этого, подали заявление об ограблении в полицию. Однако сама полиция опровергла тот факт, что это заведение с игровыми автоматами. Оказывается, это просто интернет-клуб с баром. Они провели проверку. На сегодняшний день там стояло три системных блока и бар сам по себе был. Три системных блока. Мы не обнаружили, что они занимались игорной деятельностью. В Миассе сегодня состоялись очередные слушания по строительству полигона по утилизации твердых бытовых отходов. Такие вот громкие объявления расклеены на некоторых подъездах домов нашего города. У меня по свалке, точнее по полигону, давно сложилось мнение, и думаю, оно отлично от авторов данного посыла. Но в одном я согласен, нужно было прийти на очередные слушания, послушать и сформировать собственное мнение, которое, кстати, вряд ли в текущей ситуации что-то может поменять. Как сообщил еще летом Ордабьевский, все давно решено. Остальное напоминает лишнюю возню. В последние дни в интернете появляются тревожные сообщения о строительстве нефтеперерабатывающего завода в Миассе. Так ли они тревожны? Выяснилось, что в Управление по экологии и природопользованию пришло письмо с просьбой рассмотреть возможность строительства нефтехимического завода на территории Миасского городского округа. Всем известно, что до строительства подобного завода нужно провести ряд исследований о влиянии его на окружающую среду, а также вынести все это на общественные слушания. Как оказалось, организация ЗАО «Миасский нефтеперерабатывающий завод» в Миассе была зарегистрирована еще в далеком 2006 году, но, видимо, тогда что-то не срослось. Противники же завода сообщают, так после строительства подобного завода в Комсомольске-на-Амуре у всех жителей города начались проблемы со здоровьем, поскольку установка завода делает выбросы вредных веществ в воздух, значительно превышающие норму. При всем этом руководство завода признавать это отказывается. Не получится ли такой же истории и у нас? Хотя лично я за строительство такого завода, но с соблюдением всех экологических норм, что практически нереально в нашей этой стране и в нашем городе. Всем пока, пишите, лайкайте, добавляйтесь в друзья.